Если НАТО – главная угроза безопасности России, то почему ни один солдат НАТО ни разу за всю 70-летнюю историю существования Альянса не ступил ногой на территорию России? Почему ни одна ракетка НАТО за 70 лет не была пущена по территории страны? Почему Эстония, Латвия и Литва, находящиеся в НАТО с 2004 года, не вызывали беспокойства вождя, хоть расстояние до них точно такое же, как до Украины? Почему в 90-е годы, когда страна была на грани гуманитарной катастрофы, в том числе самолеты НАТО доставляли сотни тонн гуманитарной помощи в Россию? Почему нет в природе ни одного документа, в котором бы НАТО обзывалось бы не расширяться на восток, когда Путин говорит, что они обещали? Почему в странах НАТО уровень жизни, защищенности людей на порядок выше, чем в путинской России? И почему за 70 лет на территориях стран НАТО не было ни одной войны? Почему в НАТО совершенно добровольно вошли 30 суверенных государств? А путинская Россия под дулом автомата охватывает куски соседних независимых государств в нарушение всех международных норм? Почему все 30 членов НАТО являются общепризнанными государствами на планете, а те территории, которые Путин присоединяет де-факто или де-юре к России, признаны только самой Россией и еще, может быть, Северной Кореей с Сирией? В конце концов, если НАТО, по версии Путина, так угрожает безопасности России, то зачем было провоцировать все эти годы, захватывая чужие земли вокруг себя, презирая международные законы? Ведь было очевидно, что это вызовет только расширение и укрепление Альянса. Вопросов в итоге остается только два. Кто во всей этой истории несет угрозу мировому порядку и почему ты, типичный зритель Соловьева, так боишься НАТО?